Приветствую. Мы в Можайском районе на западе Москвы. Здесь от Можайского шоссе до улиц Маршала Неделина и Боженко проходит улица Кубинка с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет чуть более 1 километра. До 1960 года здесь находился подмосковный город Кунцево. И существовала в этом городе улица Красная Горка, которая поднималась на холм от Можайского шоссе, а затем поворачивала налево и примыкала к улице Толбухина, которая тоже в общем, близко находится к Можайскому шоссе, и на ней располагались деревенские дома, сады, потом были выстроены бараки для рабочих завода имени КИМ, ныне Мосточлегмаш, вот завод находится на Дорогобужской улице. Ну и после включения города Кунцево в состав Москвы в 1960 году и начала массовой жилищной застройки этой территории, поднимающаяся на холм часть улицы Красная Горка была уничтожена. Ее на месте построили жилые дома. И сохранился только участок между улицей Толбухина и вновь проложенной улицей Кубинка, получившей в 1966 году название Запорожской улицы. Ну, а эта улица была названа в 1961 году, то есть через год после вхождения подмосковного города Кунцево в состав Москвы, по городу Кубинка, подмосковному, вот, который находится в Одинцовском районе Московской области. Ну, понятно, потому что расположено на западе города, вот откуда ведут автомобильная и железная дорога до белорусского направления, можно доехать на электричке до станции Кубинка, Кубинка-1, да, это как раз вот и есть город Кубинка. Ну и тоже Можайское шоссе, тоже можно по нему доехать до этого города. На улице находится довольно много жилых домов, они все советского времени, все 4, 5 и 9-этажные. Дома 1930-х, 1970-х годов постройки. Вот. И, в общем, по-моему, все эти дома, ну, кроме, может, 9-этажных, будут снесены по программе реновации в скором времени, в ближайшем будущем. Так что эту улицу ждет довольно существенное обновление. Ну, кроме жилых домов, также на улице находится школа под номером 20, управа Можайского района Москвы. И в нем же, в этом же здании, муниципалитет Можайский под номером 3. Это бывшая школа, 8-летняя причем. Также находится фитнес-центр компании «Рейн» под номером 7. И выставочный зал «Запад», мастерской художественной кофты под номером 15, корпус 2 здания. А также есть два сквера в начале улицы, где можно, в принципе, отдохнуть. Но они небольшие, но, в общем, вполне пригодные для тихого отдыха. Ну, а добраться сюда лучше всего вот метро «Молодежное» на автобусе номер 732. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.